Влад, с победой, на дворе апреля, тем не менее, пришлось играть в мороз. Как-то это впечатлило? Да нет, нам все равно, где играть. Главное, чтобы поле ровное было. Вот. Поэтому здорово, что сегодня выиграли, набрали важные 3 очка, двигаемся дальше. Фарфан сегодня вышел впервые в стартовом составе, сразу забил. Легко ли с ним было найти общий футбольный язык? Ну, конечно, легко. Это опытный футболист, поигравший в Европе. Вот сразу видно то, что человек может принять, отдать и сделать результат, что он и сделал сегодня. Матч в Кубке как-то держали в уме? Остались какие-то сюрпризы для соперника? Нет. Главное сегодня было настроиться на сегодняшний матч. А то, что будет там завтра, послезавтра, это мы уже об этом потом будем думать. Сегодня 1 апреля. Как-то в команде разыгрывали друг друга? Ну нет, сегодня день игры. Сегодня не до шуток. Сейчас, может быть, да, в самолете пошутим.